Примечательно, что бюст Александру Васильевичу Александрову появился в сквере именно на улице Советской Армии. Ведь во время своей жизни композитор создал великие военные произведения. Среди них, конечно же, «Священная война», «Поход в поход», «Несокрушимая» и «Легендарная». А также Александров стал автором музыки гимна страны. Человек, равнодушный к легендарным мелодиям Александра Александрова. Мы слышим гимн на торжествах, парадах и праздниках. Военные песни до глубины души волнуют ветеранов, трогают сердца молодого поколения. Ансамбль песни «Пляски российской армии», созданный нашим великим земляком и который теперь носит его имя, известен во всем мире. Коллектив с блеском выступает и на столичных сценах, и в небольших городах. На открытие монумента приехал внук композитора Евгений Александров. Он поблагодарил скульпторов и горожан за сохранение исторической памяти. Ведь торжественное открытие бюста уроженца Рязанской области приурочено к празднованию 70-летия со дня Великой Победы. Отныне сквер на улице Советской Армии будет носить имя Александра Александрова.